Итак? Да. 3 года. Жутко, да? И? Думаю, я готов. Ты готов стать отцом? Почему ничего не выходит, Томми? Что-то не так. Я в интернете читала, что парни постоянно имитируют. Это типа какой-то тренд. Мой точно не имитирует. Рано радуешься, милая. Боюсь, у вас низкая активность сперматозоидов. Это образец здоровой спермы, а вот ваш. Они будто бухие. Но вы точно уверены, что это не... Я уже осмотрел Одри. У нее, как мне кажется, 2 самых пухленьких и самых красивых яичника, которые я видел. Вы клеитесь к моей жене? С моей спермой все в порядке, я в этом уверен. Когда я делал предложение Одри, мне не хватало денег на кольцо. Поэтому я сдал сперму, а они точно не стали бы платить за плохую сперму. Может, съездим туда и попросим отдать нам твой образец? Кто бы мог подумать, остался один образец. Да! Упс, мне жаль, но кажется, мы его продали. Скажи, сколько тебе платят? Я заплачу вдвое больше. Это не eBay, сэр. Вы не можете побить ставку на сперму. Отказав тебе в твоей сперме, они лишили тебя будущего. Теперь ты просто обязан ее украсть. Ты предлагаешь мне ограбить банк спермы? Ты правильно меня понял. Нет, это безумие. Безумие? Но гениальное. Безумное безумие. Да, но ведь гениальное. Нет, безумное безумие. Я знаю, кто нам поможет. Гангстер из индийской мафии. Вот наш план. Это банк спермы. А это парикмахерская. Прямо вот тут. Прости, но разве не логичнее поставить расческу на парикмахерскую, а стакан на банк спермы? Ничего личного. Она никогда не плачет. Это особенность таких детей. А еще, говорят, они очень музыкальные. Я уже купила ей скрипку. У нее даже пальцев нет. Как ее зовут? Мы хотели, чтобы имя хорошо звучало и по-китайски, и, конечно, по-английски. Поэтому назвали ее Джеки Чан. Остынь! Ладно. Все остыньте! Мы слышали о вашей проблеме, и мы бы хотели предложить вам нашу сперму. Что? Мужская солидарность, да, друг? Или нет, неважно. Хватит курить эту хрень. Из-за нее ты параноишь, идиот. Это от моей глаукомы. У тебя глаукома? Ранняя стадия.